Ну что, за отличный отпуск. Пошумим! Time is precious, I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going, the women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. I like my Dewey, that's always on. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin' this platinum Patron every hour. Lil' mama, I owe you just like the powers. Girl, you the truth with all that goodie power. Сезону, летом вообще никто вас не остановит. Ну, я каждый вечер выпиваю, ну не сказать изрядное количество, ну выпиваю, сажусь в машину и еду домой. Наше путешествие по Греции началось со столицы, с города Афин. Из аэропорта мы добрались до отеля, оставили вещи и отправились изучать сам город. Несколько часов мы изучали исторический центр Афин, после чего отправились в один из ресторанов города. Вот уже подходит вечер к ночи, а сегодня у нас финал Лиги Чемпионов, и мы отправляемся в один из баров, а это вот такие вот панорамы. Конечно, закаты в Греции просто потрясающие. Просто посмотрите вперед. Это падающий горизонт солнца оранжевого цвета. И это мы еще не были на Санторини. Так вот заканчиваем наш день, отметили победу Реала, а завтра уже едем в Миконос. Покидаем отель и отправляемся на остров голубой-белый Миконос. В том отеле мы были, очень крутой отель, называется Pelain Hotel, и вон там вот на крыше открывается потрясающий вид на весь город. За отличный отпуск. Вот такой вот вид нашего отеля на Акрополь, который вон находится. Пробки по всему городу. Город такой, двоякое впечатление оставляет. Вроде и оранжевые крыши, все красиво, горы, Акрополь. Но с другой стороны, все такое бедное, разбитое, зашарканное. Людям ничего не мешает отдыхать, прилечь посреди дня, сиеста, как в Испании. Все сидят в барах, кафешках. Сейчас едем в порт, на пароме добраться до самого острова, где нас уже будет ждать полная груда приключений. Поехали! До порта Пиреуса. Множество людей в воскресенье отправляется по островам. А вот и наш паром здоровый. Все движение между островами осуществляется либо на паромах, либо на самолетах. Наш паром. Сейчас грузимся и едем. Начинают мелькать уже корабли, и мы разгоняемся по пути к Миконос.
вот первая точка. Остров Сирос. Остров достаточно безжизненный. Нету яркой растительности, такие камни. И город. Предвестник грядущего Санторини. Заходим в порт, такой вот островок. Опять этот человек с косой стоящий. Приближаемся к Миконосу, вот уже люди готовятся сходить. Миконос венчает наше путешествие. Сейчас ищем трансфер и уезжаем в отель. Вот наш вид. Идем вот в наш номер. Такой вот у нас отель сегодня. Вот такой вот номер. Две комнаты. Такая спальня. Телек. Два телека. Ванная вот такая. Вторая комната. И, конечно же, веранда с видом на море. Другие домики, типичные Миконоса. Красота. В нашем отеле уже закат. А мы отправляемся в клуб Paradise Beach. Это твой байк? Ты так его припарковал? Ебай, лайк, босс. У тебя байк больше, чем у тебя. Нет. Клуба. Припарковали наш квадроцикл. И сейчас раздеваемся, переодеваемся и идем в клубир. Везде всякие плакаты, граффити. Это центр ночной жизни. До хаты, до хаты. Возвращаемся после клубешника. Тропикана называется. Тропикана женщина. Чистая женщина или мужчина, но это было круто. Вообще. Да, это было круто. Все иностранцы, все танцуют на одной волне музыкой. Кому-то дают там реальных люлей. Ну вот, возвращаемся домой. Трезвые. И на байках. Поэтому всем пока, поехали. Доброе утро. Сегодня начинается день у нас в Миконосе. Мы отправляемся по разным достопримечательностям этого города. Встали в 5 утра и посмотреть его на рассвете. Идем вот по такой улочке, спускаемся к нашему центру города Миконос. На горизонте уже виднеются мельницы ветряные. Повсюду в городе вот такие яркие цветочки, деревья. Город вообще
сам по себе весь белый, как вы можете видеть, но везде то и дело яркие. Яркие акценты. Да, яркие. Первая точка — это ветряные мельницы, а именно вот они. Справа бушует море. Сейчас она уже не работает, хотя расположена не очень удачно, потому что ветер здесь круглый год. Весь город в одной стилистике выполнен. Отличается лишь цвет разнообразных лестниц, дверей, окон. А так все в одном цвете. Белая, даже плитка сделана в этом цвете. Православной церкви. Такая вот церковь. Там можно подняться. Она немного побледнела, уже не такая белоснежная. Подходим к месту знаменитому среди инстаграмеров. Вот этот магазин Happiness. Этот райончик, он очень фотогеничный. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. Центр Миконоса представляет собой нагромождение различных брендовых магазинов, которые вот в эти домики колоритные встроены. Здесь живут люди, есть магазины, есть парикмахерские. Все в одном стиле. Сворачивая однажды вот так налево-направо, можно наткнуться вот на такую красивую улицу. Смотрите, разноцветные перила, цветочки. Белый, фиолетовый. А вот так вот получаются вот эти дорожки. Их постоянно подкрашивают. Город не просто фотогеничный, его и поддерживает красоту. Специальные люди вот так подкрашивают каждый камень, чтобы оно создавалось впечатление единого архитектурного стиля. И в итоге получается вот такая вот красота, когда ты идешь полностью по одинаковому, но в то же время разному городу. Здесь хорошо провести 2-3 дня. Наверное, больше здесь делать нечего. Гуляя по улицам, то и дело натыкаешься вот на такие места среди белых зданий. Такие яркие, красные, фиолетовые акценты. Мне интересно, как они выбирают цвета. Они с соседями совещаются, говорят, я сделаю такой же, как у тебя. По району маленькая Венеция. Здесь вот эти все домики. Это является, наверное, самой главной улицей Миконоса. Улица, которая находится в этом районе. Магазины знаменитые, дизайнерские. Самые красивые локации. Нам, наверное, налево. The hurricanes will tread on a different place. Destroying my heart, no one can take away. So tell all the rain clouds to move along. The storms of this life can take my happy song. The hurricanes will tread on a different place. Мы здесь фотосессию. Все цветами усыпано, просто белый город, на фоне которого находятся такие фиолетовые, красные, желтые цветочки, прям просто потрясающие. Место заведений. Приятно, владелец такой. Да. Такое место самое. Место красивое. Зайдем, посмотрим на церковь. Мы искали его специально и не нашли. Уже хотели возвращаться домой, но Артур решил спросить у прохожего. Может быть, он знает где. И он говорит, вот по этой улице идите и все увидите. И вот Артур увидел уже. Красивая такая. Такая улочка. Precious when you smile. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah, yeah. Girl, I lose myself up
in those eyes. I just had to let you know you. Мы отправляемся по всему острову на квадроциклах исследовать, что же здесь еще есть прекрасного. Да. Вот такой вот отельчик, мы живем на втором этаже, тоже стилизованный. Open your mind. I say, open your. Ты нашел тут по всему острову. Это пляж Агиос. Как тебе пляж, Сань? Ты пляж бомба вообще. Вода как? Вода классная, достопримечательности пляжа очень понравились. Понравились. Да, что мог бы отметить особенно? Особо мог бы отметить холмы, да. Здесь как бы вот красивые... эти красные, посмотрите. Да, красивые. Мы горы. Предполагаем образованные вулканические. Ну, скорее всего, да. Здесь вообще все как бы вулканического происхождения в основном. Острова, да. Ну и как бы вот тут еще другие холмы есть. Ставили наш квадроцикл. Сейчас поднимаемся обратно. Кафе опять в очередной раз. Может, вот здесь посадили? Давайте. Чил, вот этот человек нас вывел сюда. Вывел в люди. А так полное спокойствие, бушующие волны. Вы спросите, как мы сюда добрались, если мы пьем пиво? Все правильно, на квадроциклах. Я, короче, когда ехал на этом на мобиле, почему это начало здесь попаливает? Я думал, у меня уже поджелудочная, и все пиво попали. Лед, короче, поддел, и мне аж больно было. Я вам подписчиков добавила, да? Ты такая приглашенная звезда, такая. Сколько тысяч подписчиков у вас увеличилось? Пока минус 4 только, отписки пошли. Уезжаем обратно в отель, откуда потом поедем на паром. А вот что произошло дальше, было настоящим приключением. Добравшись до порта, мы поняли, что наш паром ушел без нас. Сообщение о том, что паром уйдет раньше, пришло на почту, доступа к которой у нас не было. Все сгорели с не очень хорошим настроением. Кто перегрелся, кто получил там солнечные удары, вот. Еще и на бабки пошли.